Так, в январе вы можете сказать, сколько вот у вас пришлось, на вы получили примерно сумму? Вместе с дочкой? Нет, у вас только. Одного у вас в январе. 74. С сегодняшнего дня в Петрозаводске началась выборочная перепись населения. 5% жителей города ответят на 42 вопроса о жизни, о квартире, о себе. Так, сколько детей собираетесь еще иметь? Не, не собираемся. Хватит одного. А если бы были условия вообще, сколько бы хотелось иметь? Ну, двое. Для чего производится перепись? Об этом знает Елена Матвеева, которая опрашивала сегодня жителей Древлянки. Свести среднестатистический уровень жизни нашего человека, среднесоветского, для того, чтобы по возможности улучшить его экономическое положение. То есть там есть такие вопросы о материальном обеспечении каждого человека, о его трудозанятости, и в зависимости от этого, наверное, будут смотреть, как у нас сегодня человек занят, получает.